Здравствуйте, меня зовут Филиппова Юлия Александровна, я сотрудник Центральной городской библиотеки. И сегодня я хочу показать вам мастер-класс, как изготовить книжную закладку за 5 минут. Вообще это все очень просто делается. Берем вот такую вот открыточку красивую, можно уже заполненную. Можно взять маленькую открыточку. Я воспользовалась вот такой, разрезала ее напополам. Вот. Большой открыточке нужно будет выбрать очень красивый какой-то участочек цветной и с корешочка отрезать. Ширину можно выбрать любую удобную для вас. Ну, не шире, вот чем у меня. Очень широкая будет неудобно. Что мы будем делать дальше? Нам понадобятся ножницы. Можно использовать вот такие вот магнитики, их очень много сейчас, вот с такой основой магнитной, есть с рекламой. Что мы с ним будем делать? Мы оторвем, вот как я это сделала, красочный слой, у нас останется слой магнитный. Так, у меня уже есть порезанный, потому что я уже делала такую закладочку, чтобы показать вам. Делается она очень просто. Магнитные полосы клеятся с двух сторон. Вот таким вот образом. Как это делается? Я уже сделала две заготовочки, чтобы мне было удобно и быстро вам показать. Берем нашу заготовочку. Отрезаем от нее фрагмент широкий. Мне с моей полосочкой повезло, потому что от предыдущей картинки остался липкий слой. И я клею уже на него, не задумываясь. Чем можете воспользоваться вы? Можно взять клеевой пистолет, клей ПВА, клей-момент. Так, теперь будет вот такая вот тонкость. Мы закрепляем наш магнитик с одной стороны. Тонкость заключается в чем? Нужно найти полярность магнита, чтобы он хорошо прилипал. Так, у меня вот здесь. И, не меняя полярности, приклеиваем на другую сторону. Вуаля, наша закладочка готова. Она очень хорошо и просто клеится. Покажу на примере открытки. Все. Никуда она не сползет, не выпадет, не отцепится. Она надежно и прочно держится на ваших страницах в книге. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч!